Приграничный украинский городок Рава-Русская просит взять его в ЕС, причем без Украины. Такое заявление направила в Европарламент мэр города Ирина Верещук. Мол, Рава-Русская находится всего в 2 километрах от границы с Польшей. Город по ментальности и духовности европейский. Кроме того, все 5000 его жителей не согласны с отказом Кабмина от евроинтеграции и просят ЕС подписать соглашение об ассоциации с общиной Рава-Русской. Право на такое обращение город имеет, согласно Европейской хартии о местном самоуправлении, уверяет Верещук.